Чай, кофе, выпечка, блюда на мангале. На все скидка 15%. Это предложение доступно для 58 тысяч химчан-льготников. Еще одно кафе городского округа присоединилось к социальной программе «Вместе». Это проект предпринимательского сообщества «Химок». По задумке авторов, льготные категории жителей смогут приобретать по сниженным ценам не только товары, но и услуги. Проект уникальный. Скидки предоставляют аптеки, продовольственные магазины, медицинские центры, салоны красоты, химчистки и кафе. 23-й объект общепита, который участником программы «Вместе» является. И это оправдано, потому что наши потребители, для них очень важно и на предприятиях не только бытовых, но и в предприятиях общепита прийти и получить скидку 15%, а то и порядка 20%. Это довольно-таки неплохо и ощутимо для наших жителей. Для того, чтобы получить скидку, конечно, нужно же прийти и предъявить либо льготное удостоверение, либо же социальную карту городского округа Химки. Проект работает на территории Химок с декабря 2016 года. За это время к программе присоединились около 150 предприятий. Более подробную информацию о проекте можно получить на сайте администрации в разделе «Социальные программы».